Мы, блядь, просто всю карту бежали, плыли, блядь, ползли. Начиная с Ясной Поляны, пешкадралом практически. Хотя не, мы же в Ясной Поляне, по-моему, машину взяли. Игорь, где мы машину нашли, ты не помнишь? В гараже. В Ясной Поляне? Да. Я думал, что мы оттуда пешком бежали. Нет, тогда не все так плохо было. Да, Ал, я всех предупреждаю. Теперь, когда я в доту играю, стримлю. Мне лучше не писать сомнительные вещи в Steam. В смысле? А что там? Ну я теперь доту, короче, у меня апдейт винды прошел хуёво. Я теперь доту вот рабочим столом стримлю. Захватом рабочего стола. Я понял. Понятно. Хорошо. Ctrl-M в самолете. Так я же на балконе курил, стоял. А. Сложно Ctrl-M нажимать с балкона. Ну ты там, не знаю, ниточки какие-то. Да, нас с кругом пиздец не везло, нам постоянно надо было куда-то далеко. Мы на метку, кстати, летим. И под конец могло бы хотя бы повезти. Ищем тачку. Куда мы там? О. Тачку ищем. Ебах уехал. Не-не. Гарфик, ну бывает. Это классика. Куда уехал? Ну, он немножко дальше пролетел. Че по тачкам? Есть вас. Ага. Вижу. А, ты садишь с него, окей. А тут вообще, кстати, ни хрена никого нет, походу. Как самолет летел? Не напомните? Направо, да? Да, в сторону милиции. Северный, наверное. Подвал же занамел? Так. Да, да, конечно. Нету тачки. Я думаю, так я приеду. Сидел надо взять. Как раз по пути в северный. Хуй ты лутаешь тут, пидорас? Давай влазь, блядь. Еще с психодолом сразу. Пока я это, когда еду до вас, я борозды управления отдам кому-то. Я ебал водить в этой игре. Психодел тогда дашь? Да. Так сейчас за психодолом заедешь? Бать. Или в поляну. Го в поляну, Вань? До круга пиздец далеко. Может сразу Сосновку? Да нет, там люди падли в нее. Или ты куда-то еще хочешь? Ну, на, внизу там падли просто, там все залутно будет. Мил-то вся хуйня. Поехали в Сосновку вот туда. За... Ну, блядь. Ну, мы, если там... что, мост там поохраняем, пацаны. Они могут, блядь, полдаться. Или с нами поехать. Хуями попасть. Может, ферму хоть плутаем? Давай ты поведешь, слышишь? Так, ну, ферму прям с рулет летел. Садись за руль. Ну, давай. А что ты? Блядь, блядь. Ну иди едь на левый мост. Ну какой? Да просто ты умеешь обращаться с мотоциклом? Вот так. Да. А чё? Проблемы какие-то? А просто хуй его знает, как тут объехать, чтобы не получить пизды. Ну я могу, у меня сайга есть. Хули. Прям на мост ты хочешь, серьезно? В смысле, я хочу сюда, куда-то, сюда, не знаю. Я хочу в Сосновку. У тебя метка на мосту стояла. Правее едь. Так Сосновку лутают, нет? Культуной. Ты думаешь, вот тут лутают, вот тут лутают. Они, блядь, базу лутают. Просто лутаемся и... чтобы потом не ебать мозг. Лутаемся и машем? Ну, чтоб... реально не ебать мост с переездами всякими, блядь, искать лодку. Переезд это полная хуйня.
Я когда, что, когда в Питер приезжал, комп у вас пиздец заебался. На поезде этом ебаном. А прикиньте, круг будет не там. Вот смеху-то будет. Будет фиаско. Блять, ебать меня лагает на этой машине. Господи, как же хуйня. Или тут путаемся? Тормози где-нибудь меня. Тошнит, что ли? Ну давай, вылазь. Можешь налево куда-то поехать? Да, налево пойду. Ладно, я поеду. Иди нахуй. За нами мужчина едет, кстати. Да? Да. Две дачи. Прям за нами, прям за нами. Блять. Я могу. Ваня, у тебя есть чем принимать? Да. Принимай, принимай. Надо помочь там Ване. Юп! Чё случилось, Игорь? Дал, меня понять надо будет. Да кто тут? Алик, тебе дал кто-то. Есть оружие какое-то. Блять, Игорь. Блять. Ау. Все это кустик магический. Блять, дайте оружие взять. Они уехали? Тебе энергетик дать? Не, он хочет мстить. Нет. Игорь. Кому, кому? Нет, не надо. Энергетик дать тебе? Не-не. Блять! Сука, ебаная! Сука! Ладно, ребят, все, веселитесь. Два патрона у меня. Ау, тихо-тихо. Просто... Блять, Игорь, он разворачивается, убей его, пожалуйста! Я буду в рот. Я убил его, а ты как... Кто вы меня привезли, что это за ебля, блядь, в деревне? Там каска, Игорь, хорошая, качественная, вторая. Вот, все, можно киткат похавать. Земля тебе пуха, Валик. Чё ты базик не сел, не спрятался? Я, короче, что-то понял, но я поздно понял, что этот забор можно разрушить, блядь. Я думал, в безопасности. Залазить надо было на заборе, блядь. Тогда бы не сдавили, нормально было бы. По-моему, я бы поехал бы куда-то в Сосновку в море, блядь. На этом заборе, как Аладдин, блядь. Игорь, дом талибанов, нашел два калаша на столе, блядь, лежит. А сколько этих петушков всего было? Не знаю. Видимо, недостаточно, чтобы всех нас переехать. Недостаточно. Бля, у Саги пиздец отдача. Я давно, видимо, с ней не стрелял. Вообще нереальная хуйня какая-то. Цельчик. Что-то лут? Ты энергетику меня забрал или нет? Да. А что не заюзаешь его? Блять, хп очень мало. Да, он же, блин, восстановит немного. Энергетиков 3 всего. Да я хочу типа аптеку найти и все, и не будет проблем. Найдешь любовь. Я этими тремя... Какую-нибудь в доме. Тремя энергетиками только это, пол хп восстановлюсь. Я так не хочу. Чё? Чё? Фулл этот, как сказать? Буст. Фулл буст, 84%. Такая... Блять, не. Вот 4 энергетика. Блять, ну я все, я уже поставил себе цель. Какую? Найти аптеку или бинты хотя бы. Не хочу в сухую
напиваться. Ты ж бин сейчас взял или нет? Да, сейчас будем обмазываться. Андрю, где стрим? Ты же обещал сегодня. На Баюма вроде там. Ты хотел пойти. Игорь, а ты не шаришь, что дает смена этого ника на Твиче? Точнее, есть какие-то минусы, если меняешь ник? Статистика пизде пойдет. А, лол. Да хуёво. Да, у меня, короче, саба. Ну, был саб, он был без партнерки, без никакой. Потом ему дали какую-то, насколько я знаю, такую слабенькую партнерку. Полупартнерку. Компаньон какую-то. Наверное, не знаю. Ну, компаньон это хуйня вот, называется. Вот, и так как ему ее дали, на него обратили внимание. И Твичам, после того, как ему дали эту партнерку, они посмотрели, им не понравился его ник, и ему пермач дали. Ну, ты че? У него ник выблюдусик был, короче. Помню такого. Чтобы обратить внимание на себя партнерка и улететь в фирмач. Пиздец, что-то в голос был с этой хуйни. Бля, я помню такого типа у тебя в чате, по-моему. Да-да, тоже помню. Он пропал. Что, хуесосики был? Это реально фиаско было. Ну, хуесосики тоже очень маленький шанс получить партнерку. Не, ну хуесосики это мы придумали то, что он хуесосики. А у блюдосик тут как бы без вариантов. Нет аутов больше. Нет аутов. Понятно пока, да? Сосновка будет, очевидно. Очевидная сосновка. Ну, так. Ну, очевиднейшая. Кажется, я был неправ в этом доме. Самое ебаное то, что он типа не может зайти больше на этот аккаунт. Какой, блядь, X4? Где X4? Вот этот шли X4? Противогаз или чё? Какой нахуй X4? Или вот этот X2 X4? А, вот X4. Ты ему 600 X4 ебани? Я долблюсь в очко. Не-не-не, я долблюсь в очко. Не, правильно пишешь? Да, правильно. Тогда не ебани. Бля, на самом деле, просто зашёл в этот дом, увидел этот ебаный противогаз, и он был похож на X4. Я сначала подумал, это X4, потом видел этот противогаз и разочаровался и подумал, блядь, значит тут не будет X4. Он оказывается просто за это. Замаскировался. Бля, заебал кто с кряка стрелять, чё за чел? Бейсбольчик. Ну, вроде все на этом. Психотел, где-то чел побегает. Очень близко. Ебать.
Извините. Блять, я ж обосрался больше от его крика. Игорь, хоть ты ни фида не. Пожалуйста, давай тут у меня. Я тебе скажу так, что он бежит туда. Да это, блядь, Игорь, стример. Он передумал. Ты его образумил, кстати, его. Ползу к себе. В смысле, так он тебя закончит сейчас, не? Не, он куда-то делся, не знаю. Может, его забанили? Он на тачку сел. Серьезно? Да. Там лодка сейчас приплывет. Или лодка хер знает, конечно. Да ты, если ты меня подъебываешь? Я вот сюда контейнер ползу. Давай. Че у тебя с магазином, почему у тебя без приклада торчит? Извини. Бля, только выздоравливай быстрее и валим отсюда. Мы наоборот, сколько лодок. Да ну лечь. На а есть носу? Аптечка? Да, на. Только одна, блядь. Я пошел. Там тачка была где-то на дороге, валим на нее. Да, это моя тачка. Выздоравливайте. Только больше не фить. Вот здесь будет лодка на метке. Не хотите их встретить, если сейчас прям уедете уже? Мы сможете? Бежим только на тачку. А далеко твоя дача? Тут в гараже просто стоит. Ну, в гараже ближе. Блять, ГГ. Блять, это не чел у нас парился? Только не фить, Вань. Блять, мы тут выйдем вообще, да? Они вышли уже. Да-да. Если че. Ну, без обид. Мы только выезжаем. Да я уехал домик занять. Окей, мы к тебе поедем. Куда их метку поставь? Вань, куда поедешь метку? Я уже приехал. Пойдем к тебе. Бля, странный какой-то чел. Нокнул и дай. Да. Я думал, уже все земля пухом. А, ты прям этот домик? У тебя же горы, блядь, кончат в этом доме, чел, или чё? Или ты не на крыше? Крыша? Земля типуха. Так. Блядь, что-то хавать захотелось. А есть лишние иксы какие-нибудь? Нет. Прикол, X2. Жопка на эмку. Х2 только лишний. Давай. Давайте, короче, скидывай все, все ненужное. Экзо скинул, больше ненужного нет ничего. Вечно все равно тоже скинул. Ебать. О, тут рукоятка еще. Найс. Прицел вот тут на лестнице, на площадке. Где? А пятых патриков нету? А то у меня 30-ка только лишний. Мало. А у тебя, Вань? У меня 42.6. Понял. Блять, серьезно? Топ, рофл. Нам, по-моему, вот это желтые дома или там, там, по-моему, двухэтажный. Поехали туда, на метку. Погнали. Да, здесь на этом мосту никто не сидит, значит, ГГ. Вы как думаете? Я там сидел долгое время. Ну, земля на пухом. Бля, бедный Алик. Чего? Бедный Алик. Пиздец. Вообще безосновательно сдавили. Блять.
Ну, это самое ублюдское место с кочкоёбинами, пиздец. Сколько здесь жизни люди отдали, это вообще ужас. Когда в круг ехали. Точно в те дома ходить хочешь? А, в какие ты хочешь? Нет. Там же двухэтажный дом хороший. Не, выстрел справа. Ну ладно. Здесь вазик уже потопленный. Вот лодка возвращается на С. Да, вот я дом две лодки. Две лодки. Тихо. Так, ноги со стола убрал. Ебать. Че? Слышь? Я либо долблюсь, либо там чел ползал наверху. Да, Игорь, как ты услышал это с самолетом пролетающим? Кто-то ползал. Готов рваться за мной? Да. Погнали. Нет, возможно, я своего слышал просто. Нет, да, скорее всего, своего. Долбился. Наверное, психодол услышал. Снег в IMAX нет. А вон на СВ на горе, Игорь. Видно отсюда. А, на скале. Не, их... У меня 30 патриков, я не хочу. Патриков уже мало, ты их не злутаешь, брат. Я просто буду у рафлозавра, если круг, блядь, на той стороне будет. Да не, нахуй. Я просто ебану через этот мост прям вне зоны, мне вообще похуй будет. Так не бывает. Ой, иди нахуй. Тут кряк где-то неподалеку. Че это, блядь, было? Это с СВ по нам стреляют. Это авик? Или М24? Да, круг зарофли. А? Красиво. Кто этот дом выбрал, ребят, вы не помните? Будьте готовы, сейчас поедут, пиздец, или побегут. 30 живых и такой маленький круг, пиздец. Как Анус голубя примерно, блин. Ебать, там фан на Е. Чисто мушкетёр рыбашится. Пушками. Не, снега у нас не было. Вроде не планируется. Потепление планируется, насколько я знаю вообще. А, короче, чел у рюмки. Два чела на 105. Там рюмка разъебочная и обычная. И вот за обычной два чела как минимум. Не знаю, видели они меня, нет. Блять, наверное, видели. В пизду. Главное, чтобы нас не поджали. Правильно я говорю? Правильно. Да кто нас подожмёт, еба? Сто раз так делал? Да. А что с теми челами на горе? Ой, на лодке приплыли туда к горе, на 210 СВ. Высадился, чел бежит по берегу.
На ГЛХВ иду. Там еще на самой горе на 240 бегает. Там на мотоке приехали на том берегу. Да ладно. Да. Лодку ищут. Поехали, сука, дальше искать. Ловкая ситуация. Машина. Тачка. Надо принимать. У желтой остановились. Блять, все. Хуй вышло. Двое, да? Я двоих уебал. Ебать, ты чё? Да. Ты что, дура? Я бы пятерки забрал у них. Иди бери, если не на очке. Только если не на очке. Ваня за будкой на 300. В будку зашел один. Пожалуйста. Еще бежит на 300. Дайчик, что ли? Из будки выглядывал. Бау дал. Они пуска кончились. Пяток патрика принесете мне? Их не осталось. В смысле, пяток не осталось у них? Где-то там должны быть пятые, точно. Я нашел. Немного. Я потом вроде как выдержать на замес у них нахуй. Сколько тебе, Игорь? Сколько, не жалко. У меня 20. Че у них? Так, клево все было. Ну, Ваня тоже забрал. Че, у меня 20-54. Да, вам потом бежать еще придется. 100% как на вас не упадет. Ну, мало ли. Не говори так. Да, блять, я уже вижу. Вы это смотрите 255 или нет? Чего? Нет. Ну, ту сторону вы смотрите, сокон? Не очень. Что тут типы побегут? Ну, смотрите. Чем не очень? Там вазик едет, с горы съехал. И там пиздец сколько народу. Куда он окон? Там кабаятник спускается. Куда едут примерно? На нас, поеду сейчас, наверное. Да, они спускались с горы и типа, ну прям на вас, если посмотреть. Вазик едет это на нас. Сых. По берегу, по-моему, едет. По берегу едет. Еще мотак за ним. Мой мотак еще. Не, ну их там возьмут, должны банальное кольцо. На 105 был за деревом. А в шелтере было, куда я бегу 120? Да, там... не. Ну, могут быть. В этом не... Не правее были. Были. Что такое? Что за смачки? А, вижу чела на 120. Выглядывает там из-за горки. Бежит налево. Надо подпушить уже, наверное. Какой же конченый. О, им попали. Их нокают с другой стороны. Пехом хочешь, да? Пошли. Я нагрел типов на 165 жестко. И у вас типы еще на 240. Mm-hmm. Справа от вас. Бля, наверное, за камень пойду. Сзади не должны быть, я думаю.
Так, я вижу вазик. Там типы, вижу типов. От меня на 210 СВ. Один бежит. Чего, блядь? Ебать, он впитал сколько пуль. Типы на 150 остались. Точно? Трое? Да, я убил. Наверное. А, вижу. Там кряк. Блядь, ебать, он попадает хорошо, да. Но мы в круге. Нехуй туда бежать. Слышите? Не стреляйтесь, там кряк ебаный. Все, забейте. Я их не выпущу просто отсюда, если не бегут. Блять, я не понимаю, я столько раз по нему попал. Лягте просто лежите. Вообще поебать на этих челов. Пусть бежит. Без фида, умоляю. Ебать. Да за камень, думаю, Вань, тебе надо за камень перемещаться. Да не, я нормально. Выглядывает из-за дерева один. Если ты дохнешь, я не пойду тебя поднимать, без обид. Да не надо, забей. Я просто их развлекаю и не даю подхилиться. Короче, психодел правую сторону чекает, я мид, Ваня слева. Вань, под тебя там выглянул, но за деревом. Оно окончил. Налево прибегай. Бля, угу. Гайс, красавцы.